мне ведьма предлагала ленточку. Я уже все равно оставляю здесь. Ничего не взял? Нет, это так, для собственного музея. Заезжал? Нет, я отказался. Изделия Министерством культуры подтверждены народными художественными. Я сегодня прочитала вот про вот из чего они вот это сделано? Это капы. Вот капы. Наросты вот на этих, на да? На дереве, да, капы. Ага. Это самая твердая древесина. Ее еще называют мрамором. Я вот не знала, пока не прочитала. При определенной обработке, вот видите, ага. Смотреть, да? Видите, как оно? Дерево совсем другая структура. Структура. Как, да, структура. Совсем другое. Оно очень тяжело обрабатывается, потому что это самая твердая древесина. Она не лопнет, ей ничего не будет. Угу. Вот не знала, я говорю, сегодня прочитала, говорю, поехали посмотрим. А это птица счастья. Они же из дерева вроде. И это тоже... Ну, посмотрите, она похожа. Похожа. Крылья, хвост, голова. Птица счастья. Фрукты наложите, и будет вам счастье, блядь. То есть я там читала, что вот природа сама задала форму. Конечно. Да, и вы уже и ее увидели, эту форму, да? Да, такую уже не повторить никогда. Это природа ее создала. Вот природа такая создала, да. И даже вот такие они, вот ложки эти, да? Угу. Варенье, когда варите, очень хорошо варенье мешать. Угу. Большие объемы. Капы, да? Кап, да. Кап. Кап.